память погибших во имя живых. В День защитника Отечества в Крымске прошел первый турнир по боксу среди юниоров в возрасте от 9 до 12 лет. Его посвятили тем, кто погиб в Афганистане и во время контртеррористических действий на Северном Кавказе. В соревновании приняли участие спортсмены из Крымского района, Темрюка, Анапы и Новороссийска. Почетные гости – организаторы мероприятий, участники афганских войн. Николай Мирошниченко сегодня в жюри. Для него это мероприятие особенно значимо. Ведь о ужасах Афгана он знает не понаслышке. Прошла война. Мы воспитаны на подвигах наших отцов, доказали верность нашему оружию и воинскому долгу перед нашим государством в Афганистане. Мы верим, что вот непосредственно эти спортивные мероприятия, они закалят ребят. И у нашего государства будет кому защищать суверенитет, кому защищать и отстаивать интересы нашей Родины. Григорию Андриенко всего 9 лет, 4 из которых он посвятил любимому виду спорта. На состязание он приехал из Анапы. В этот раз юному спортсмену первое место не покорилось. Но он не отчаялся и свое поражение принял достойно, как и подобает настоящему мужчине. Я думал, что не займу второе место, что я вообще никогда не занимал его. Я всегда на первом был месте. Я не сильно расстроился, но в следующий раз точно займу первое место. Турнир направлен на военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. И в дальнейшем его будут проводить ежегодно. Организаторы уверены, что сегодняшняя молодежь выберет спорт. А значит, у нашей нации есть все шансы быть здоровой и сильной. Юлия Алберова, Оксана Орлова, Марина Лебонда. Новости 24 Крымск.